Дело запрещенку стрельнуть, да? Да. Не надо так сразу. Скажешь, босс. Босс. Мои девочки, бля, ебаный с ним. Идет? Да, почему не пришло это время? Мне пришло, ты быстрее всех зашла. Что? Ну, кстати, хорошее будет качество фотки. Возьми сфоткать. Кого сфоткать? Алло, подожди, я же... У меня руки заняты. У меня руки заняты, подожди секунду. Ох, ебаный с ним. Ничего, выходит iPhone через пару дней. Подожди секунду. Какой ты будешь брать? Ну, просто... Есть кто живой, блядь? Есть кто живой, блядь? Так, секунду, мне надо кинуть оповещение. Спасибо. А что, член видно? Да. Да не смотри туда. Надо уведомления везде закинуть. Ой, блядь. Алло, ребят, пошел прямой поток. Вам прямо сейчас и Реал с девочками прекрасными будем заниматься спортом, так сказать, сгонять лишние калории, которые нагуляли за Киев на улыбничах. Все, ребят, заходите, свайпай вверх, блядь, грязюка начинается. Все? Эй. Я тоже. Секунду. А ты скинул свою телегу? Да. Все. Давай сфоткай с ним. Привет, грязюки. Всем привет. Давайте. Привет, ребят. Ребят, пошла грязюка, сейчас будем за ним. Вот ты нас, а не себя. Да я понял, я же не долбою, блядь. Я же не долбою. А ну посмотри, какие красавицы у меня в гостях. Ебаный снич. Как тут не сиять? Как тут с ними не сиять? А ну смотрите на меня вот так. О, на фоне детей. Типа мы и наши дети. Мы и наши дети. Теперь на фоне домов грязно. А теперь себя пару раз щелкнуть. Ты посмотри, как они. Да ты шо, ебаный снич, блядь. Какая грязюка. Все, держи. Всегда мечтал этих двух девочек себе заманить чисто на хаос. Сегодня это будет, как бы, да, блядь? Сегодня это будет, блядь, грязюка. Нормально? Вот отсюда красивый, тут и свет. Нормально? Может отсюда еще парочку фоток? Да, возьми. Еще. Мы заниматься будем, блядь? Да, будем. Давай сфоткай. Вы сфоткай. Ну, сфоткай. Вот сюда ставь. Сфоткай нас, будь ласка. А зажать кнопку можно? Нет, давай по фотку по одной штуке. О, а со мной можно так? А я тоже так хочу. Блядь, ебать, две инстаграмерши, блядь, по 500 000 у каждой. Ебать, пригласил на стрим, в итоге это они меня пригласили, чтобы я их фоткал, блядь. Вы типа понимаете, ну, типы? Блядь, ебать, этот, ебать, неловко. Неловко пошло как-то, неловко, блядь. Неловко. Вроде бы они, я их пригласил, а вроде бы, блядь. Там, что, пару кинтоу, пару кипоу, йоу. Пойдем, покажи мышцы. Вкусный кофе. Так, ну, пойдем. Бля, так ты ж... Oh, hello, guys, everyone. А помните, какая аэродром? А, все наше. Сегодня мы будем заниматься спортом. Тебе просто надо вытереть, и тут где-то должен быть аэродром. А вот это что такое? А. Блять, огромными буквами аэродром. Всем привет. Пошлите, пошлите, пошлите. Пошлите, а то, блядь, стоим. На скакалке кто-то умеет прыгать из вас, девчонки? Я умею. Хорошо умеешь? Я тоже умею. Давайте, давайте сделаем челлендж, чтобы больше на скакалке, типа, ну, попрыгать. Ну, повторять за друг другом. Можно танцы. Слушай, ты как будто нанял циркачей, чтобы исполняли твои какие-то налево. Приколы. В смысле, черкачей, да. Черкачей, блядь. Блядь, солнце светит, пиздец. О, вот. Вот есть тренажеры, смотри. И там дальше есть. Но это типа детские, типа такое себе. Я подтягиваться не умею. Я вам покажу. Я вас научу. Научу. У меня слишком слабый трицепс. Я научу. Я научу подтягиваться. А вот давай тут, куда мы идем? Идем дальше, там нормальные. Это детские тренажеры. Так чисто для детей.
для детей чисто заниматься, блядь. Тут даже нормально не покачаешь бицуху, трицепс, рэп. Чертуш, я... О, я еще не запостила в Инстаграм. Короче, кенты. Но если там будет солнце, мы изменим тренажеры, типа на эти, шаришь? Потому что может быть совсем не очень кайф, потому что солнце светит. Привет. Йоу, идем качаться. Ну я считаю, ребят, я считаю. Ниже снимай, еблан. Что ниже? Вот так типа. Не материтесь, тут дети. Ой, блядь, дети. Сука, little children. Ого, есть дети. Блядь, а как тут дети? Дети, без матов. Без матов. Без матов. Никто не матерится тут. Посмотрите, как красиво, ребят. Это вам не Сочи, блядь. Красота. Ну там солнце, конечно, но там тренажеры получше. Куда, на дачу? Вот, налево, видишь? А, вот черный? Да. Ты посмотрите на эту красавицу. Вот так. Да ты шо, какая. Ты посмотри. Как ангел. Вы как инь-янь, вы знаете? Да. Две половинки такие резные. Боже, как хорошо все выглядит. Как, боже, с такими девчонками каждый день бы ходил заниматься чисто спортом. Хорошим спортом. Ой, это был... В смысле не мой уровень? Вот это мой уровень. Не-не-не-не-не. Тихо-тихо-тихо-тихо. Выгуливаю девочек на тренажерах. Не твой уровень, дорогой. Выгуливаю девочек на тренажерах. Тут ветер? А он тут на прогоне стоит? Если он тут на постоянке, нам надо будет менять локейшн. Дуя, пацаны, или не дуя? Не, пойдем на те тренажеры, кажись. Да, тут ветер, тут просто ветер дует постоянно. Тут прогон. Или что? Что такое? Ты умеешь? Оп. Все, мне даже не надо. Раз. Ты посмотри. Давай, я помочь тебе. Давайте посажу. Ты подпрыгнешь? Тебя подсадить? Да я не могу. Тебя подсадить? Давай я тебя подсажу. Или Арина. Я лучше положу. Давайте. Окей, кто из вас опытнее в тренировках вообще? Не знаю. Мы можем поделать кроссфит. Давайте. Умеете делать бёрпи? Да. Давай. Классный бёрпи. Да ты шо, пошла зарядка. Да ты я умею. Да ты шо, пошла зарядка. Солнце, конечно, хуяче. Если я вас вот так поверну, солнце не будет вам ебальником. Идем на те, да, солнце тут сильное. Пойдем на те. Я пока дошел сюда, я уже вспотел. Понятно, слабые. Нет, мы идем на те, потому что там не дуя, и там типа тенек. Позанимались с девчонками уже, идем домой. Да, можно идти домой. Позанимались с девчонками, можно идти домой. Боже, как красиво, я не знаю, они так да, по кайфу, бля. Тут такой дома и район. Да, мажорные, я бы сказал. Так, направо. Мы можем по этим ходить. О, господи, блядь. Сейчас будем заниматься с девчонками спортом. Боже, я не могу, бля, я так рад, короче. Потому что никто со мной никогда не ходил на скакалки, там, знаете, заниматься. А ты пойдешь? А ты меня приглашал? Не, ну, типа... Что происходит? Я сейчас покажу девчонкам, как надо правильно качаться, как бы, заниматься спортом, чтобы быть сильным, красивым, мужественным мужчиной. Ты же с Рис ходил на тренировки. А, это Жорик. Жорик, давай удачи там, нахуй. Давай целуй мониторы, блядь, так сказать, нахуй. Understand? Сейчас приду, покажу. Да, мой камик, давай, блядь. Когда идешь, развалишься, блядь. Старичок-боровичок, нахуй. Старичок-боровичок, блядь. Ладно, давайте. Это, бля, ну это тут ни турника, ни хуя нет уже, не? Есть? Смотрите, как бежит это. Ой, тут. Тут нельзя, тут нельзя.
Что тут? Член. Я сейчас буду опираться на член. Какой член? Вот тут нарисован член. Так, вот это мой размер. Оп. А что, пресс? Я ненавижу пресс. Два. Вода у мене в сумці. Я зараз типов покладу куди-то. Типов. Пару типов. Зараз Аріна. Аріна мені ззаді залазить мене. Так приємно. Чат, як у вас дела? У нас заебись, а у вас чат. О, пенис. Так, все достали. Я хочу достать канал. Ну что, мы будем заниматься? Давайте... Эта камера, она же лучше намного. Бля, какой это? Вот так сделать. Вот так сделать. Вот так, да? Камера получше, какой не получше. Дует немного, да. Ну а что я сделаю, ебать? Ветер сегодня большой. Слава богу, дождя нет. Пишут, что дует. Кто там дует, бля, осуждаю. Я на стриме... Ой, на стриме. Как это делаешь? Что ты делаешь? Вот так? О, у меня все хрустит. Я давно не занимался спортом. Да? Нормально типы, блядь? Дует, у меня есть волосы на голове. Тогда идем чуть... Вот тут, сука, пролон ебаный, смотри. А вот тут уже не дует. Вот тут. Вот тут уже не дует, слышишь? Ну, дует, но не так, типа. Бля, ебаная локация. Ебаный ветер. Так, вот так будем. Да. Чат. Вам дует? А, у меня есть идея. Я сумку поставлю. Вот. А микрофон, наверное, закрыл. Не, я не закрыл. Я ветрозащиту поставил. Все. Им не будет дуть. Я гений. Гений этого дерьма. Так, а где мой айфон? А где мой айфон? Я не знаю, где твой айфон. А, я его выложил в сумку. Я возьму вот, окей? Конечно. Я одна спортом пришла заниматься. Я уже отпрыгала скакалки миллион раз. А вы только разминочку делаете. Арина, учи меня, что надо делать. Что? И седать, ну и ровная спина, и сел. Колени в стороны. Все хрустит, пиздец. У меня ни одного хруста не было. Я пенсионер. Ты неправильно сядешь. Ногу назад, колени в сторону. Спина ровная. Опа. А посмотри, у меня спина постоянно пиздец. Руки сюда. А руки вперед. А я со стороны, я не шарю. Да. Тогда как ты меня учишь? А? Колени в стороны. Ты сжимаешь колени.
Именно разводи их, смотри, вот. Я сейчас чат открою на телефоне, типы. Сейчас чат открою на телефоне еще. А у меня ровная спина? Нет, нет. Я не могу, потому что у меня... Чтобы выкупать, что происходит, да? Я не знаю, почему. Сейчас там на телефоне. У меня раньше тоже так приседало, но вообще, типа, вот ровно. Просто фигурчиком приседай. Сейчас я чат открою. Что, разводи их, смотри, вот. Я сейчас чат. Все, заебок. Блядь, ебать, все скользит, сука. Все. Окей, дальше что? Ты идешь домой. А вы остаетесь? Да. Все, это вся разминка, я хочу на скакалке его прыгать. Да. Будешь прыгать? Да, да. Отлично. Только она немножко тяжеловатая. Типа, не то что... О, нихуя себе. Я сейчас разом уничтожу. Так, главное, что с ними нам бы еще на батуты как-то поехать. Было бы вообще супер. На батутах так классно. Ты на батуты ходила? Ни разу? Не нравится. Не нравится? Ну, может, голова болит, давление. Ирина, как ты так прыгала, что она вся в гудзях? Как ты так прыгала, что она вся переплетанная какая-то? Ты что, правильно сделала? Ты Илья? Давай, давай поспорим. Она плавает. Раз, два, три. Что? Что это? Камень. Я камень? Я камень. А, держи тогда. Ну, держи. Оп, 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 оп. Как тебе, сложновато? Ну, она такая, да, у нее вот эти штуки тяжелые. Да, это прям такая мужская скакалочка. Оп. Что такое? Камеру повыше? Она короткая такая. Короткая? Она для меня длинная очень. Она не короткая, нет. Я как неловко. Почему? Давай я. Давай. Если тебе неловко, давай я. Ноге такой, типа? Нихуя ты. Это как драм н бейс, что ли, ты танцуешь? Ну, ты сможешь так, да, я скажу. Но ты должен так научиться за все время, когда ты пройдешь. Я не знаю, тут нормально будет эта сторона? Как? Сейчас, подожди. Не, это мне удобно. Я так вот буду. Вот так сейчас. А, двойным? Уф. Ты умела так раньше, да? Зоя, занималась тэквондо. Что ты говоришь? Конечно, я умела. Я раньше лучше умела, сейчас я такой остатки показываю. Не, я так не умею. О, видишь? Сам, блядь, пизди, типа, ого, а на самом деле умеет. Пок-чамп. Ну я знала, что ты так должен уметь. Ты же долго так скакаешь на этой скакалке. Я, кстати, знаю, что посмотрела старые видосы и увидела, что ты реально похудел. Да? Да. Просто мы же постоянно видимся, типа не замечаем. А я посмотрела старые видосы, реально видно. Пенис торчит, пишут. Не смотрите. Невозможно. Нужно. Можешь обернуться туда, она просто достает сюда. Бля, давно я не прыгал. Так, а какие еще упражнения, типа? Что? Извертуху. Чат, я Рим. Вертуху? Ну да, я себя учила. Вот это что ли? Колесо? Вот так? Не корпус. Покажи. Я вообще показываю сейчас. Ты смотри, ты делаешь вот так, и ты держишь корпус тут. А надо вот тут держать. У тебя выше нога получится. О боже мой. Ну,
Ты видишь, что она учит? Я думаю, у нее лучше получится, у нее растяжка хорошая. На шпагат садишься? Нет. Я тоже не сажусь на шпагат. Тут можно просто корпус нагнуть и выше ногу. Нет, я так тебе... Я уже накрутилась в вертугу, давай ты... Ну, почти. Ой, у меня так нога... Все, зло, не надо. Слетает. Покалечишься. Я тебе говорю, у меня так нога слетает. Ого, ебать, резюка. Что ты как будто не себя у дома? Я чат пока почитаю. О, я, у меня нога сейчас как будто вылетела. Что? Так у него растяжка? Ну, я не сажусь все равно на шпагат. У меня плохая растяжка. Слушай, а так мышцы порвать можно? Мышцы, конечно, можно порвать. Так, а где моя вода? Пойдемте на турник. Пойдемте. Давайте бёрпи. Шарик кто? Нет, что это? Бёрпи, это кроссфитовское упражнение. Как? Сколько раз надо делать? Ну давай, сколько, скажи мне сколько, я сделаю. Ну давай вместе будем делать, и кто первый заебется, тот сливается. Можно я первая заебусь? Ты серьезно? Что делать? Короче, просто ложитесь вот так вот, потом встаете и вот так прыгаете. И так много раз. Я тогда эти упражнения не люблю, так же, как и пресс качать. Ненавижу такое еще. Давай, ну давай. Давай, раз, два. Блять. Блять, это так смешно. А, штаны. А что? Я просто смешно стало. А, давай, погнали. Давай. А отжиматься надо? Нет. Не надо отжиматься? Просто на руки? Ну, типа падаешь, да. Ну, можешь отжаться, если хочешь сложиться. Я долбоёб поджимаюсь. Ну, давай. Все, я сливаюсь. Вообще, надо в прыжке, да, как ты. Я вот неправильно сделала. Не, я сегодня не могу. Я слился теперь. Да я, мне кажется, раньше слилась. Это жесткая тема. Смотри на эту Михалину, что она исполнила. Так, отжимайся, сука, блядь, волосы. Волосы, чел на фоне. Да не чел, типа. Совсем не чел. Идем на турник. Мастер-класс не покажу. Я на турнике слабый. Идем? Да. Вы же раньше отжимались на турниках, в школе, допустим, там. Да, ну, может, давай, но мне сказали, что Жоржа смотрит стрим. Жоржа смотрит? Жоржа, это тебе. Оу. Это сильно. Бёрпи тяжелые и без отжиманий, не выпендривайся. Я не знал, я не выпендриваюсь. Ебать, подумали, что какой-то пиндрёжник. Так. Это у нас турник, значит, да? Ну давай, Зой, твоя очередь показывать спортивные упражнения. Так. Он маленький.
раз не могу. Почему? Я очень большой. Чатик смеется. Давайте я вас научу. Или это слишком типа тяжело? Не, у меня очень слабые руки. Слабые. Вопросов нет. Как себя чувствуете? Ебать, я что, один отжался только? Это нормально. Я смогу выйти на одну? Нет. Знаешь, как это? Да. А ты знаешь? А? Выйти на одну? Нет. Здравствуйте. Удобно здесь? Да, а что? Вы в безопасности реверстовый. Слушаю. Вы в Нажево направлялись? Да. Ну так, вы знаете, где он Нажево? Да, вот там, я сказал, через час. Спускаемся вниз. Если вы проходите в Нажево, вы сидите только в Нажево. Пользуйтесь территорией, вы не имеете права. Хорошо, это я вас понял. Это зона фудкорда, где вы находитесь и отдыхаете. Отдохнули и вышли за территорию. Территорией пользуются только жильцы комплекса. Хорошо, без проблем. Проходим. Сейчас мы только вещи соберем. Собираем. Парирури парирам. Да не, я хотел перекусить. Сейчас. Оп. Давай. У вас так все строго с этим? Да. Понимаю. А мы мешали кому-то или просто какой регламент? Просто не имеете права здесь. Вы просто не купили здесь квартиру, понимаешь? Абсолютно верно. А если у меня друзья здесь живут? Берете своих друзей и приходите с друзьями. А если они сейчас придут, я могу же здесь? Берете своих друзей. А как вы узнали, что мы здесь не живем? По нас видно? По нам видно? Типа мы нищеброды какие-то. Хорошо, будем в следующий раз знать. Не, я спросила вас. В следующий раз. А вы что, имеете право говорить, что я нищеброд, замечательно? Что-то мое место. Арин, пойдем. А вы нас прям проведете? Конечно. Сопровождение? Это хорошо. Так, я все забрал. Ты ничего не забыла? Нет, ничего. Пойдем лимонад попьем, похаваем. Ты голодна? Не особо уже. А ты? Я уже наелась говно. Я понял. А хорона чисто так, по приколу? Да, бывает парирури парирам. Охуеть. Я охуел, у меня настолько не было. Да не, ну это на любую работу, типа, пускай ходит. Почему нельзя нормально сказать, типа, нормальным тоном? Да. Три бомжа, блядь, собрались спортом позаниматься. У нас нет денег, блядь, в зал пойти. Пиздец, блядь. На улице сядем. Да, не холодно. Последние деньги. Не, я бы сказал, что не то, что не холодно, нам жарко. Мы хорошо позанимались. Ой, давай приступай к этому чат. А, я ж могу сказать. Конечно. Да, я такой первый раз. А может ты к нам сядь? А, хотя тут... Просто вот так сделать. Именно вот очень грубо, почему так, типа, это как-то ненормально, мне кажется. Девчонки, так, а как бы так сделать, чтобы всех было видно? Ну, потому что вот такой базар, тут тока, тока, кто-то и говорит тока, только, скажи уже, если такой нихуя себе важный чел. Спасибо, я уже наелась говна. Кто терпела? А что мы сделаем, типа, будем? Да не, а что мы сделаем, ребят, типа, забейте, просто... Можно лимонад ваш фирменный? Кушать будешь, Ирина, что-нибудь? Да, наверное, что-нибудь буду, сейчас посмотрю. Двойной? Да. А можно я просто капучино мягкий? На обычном молоке. Не горький. Я не терпила, кстати, у меня такой конченый характер просто. Да,
Я просто уже не вывожу, ну, чел, что ты так ёбаешь? Не можешь сказать нормально, подойти, извините. У нас тут нельзя, потому что здесь могут заниматься только жильцы этого комплекса. Фу, сука, блядь. Я бы ему показала, сколько у нас подписчиков в Инстаграме. Он бы охуел. Не, меня эта ситуация никак не напрягает. Не, меня это тоже напрягает, но челики охуевают, какого хуя они охуевают. Так, стой, стой. Зло, ты что, угощаешь нас? Без проблем. Пожалуйста, я тоже прилетела вот к тебе. Без проблем. Как гость. Так, я заказываю стейк за 4000 гривен, можно? Пожалуй, пора уходить. Какая ситуация. Говори. О, сука. Короче, позанимались. Я вижу, он так идет, так ладно. Да, идет с этой, блядь, красной хуйней, которую можно купить за 5 гривен, просто показываешь что-то. Что ты показываешь так, ты, чел? В банке приколов за 5 гривен, блядь, телефон разбил. А что так темно стало? Мы напротив солнца. Блядь, спиздить стул, что ли, поставить? Его так не поставили, ты не жилец дома, ты не можешь спиздить стул тут. А кто не знает, жильцы, ну или нет, они типа... Ну, он по охране, по камере. Ну, типа, что мы такого делали, я не знаю. Ну, я спросил тебя, откуда вы знали? Это не важно. Куку, это не важно. Это важно для меня. Да он на камеру просто сидит, смотрит и все. По нам видно? Если честно, я сначала подумал, что это какой-то разбушник. Я подумал, если честно, что это за урод. За бой. Зачем? Ты типа гражданка России такая. Да нет. Я думал, что это избой. Служба безопасности. Думаю, пизда. Да не видно, что он обычный. Человек просто контролируется какой-то, блядь, посадой своей за 5 гривен просто. Блин, как он будет там перед бабами выебываться. Да я трехтиповый. Что они занимались на спорте вообще. Ну реально, как будто там курили и бухали, знаете, да. Спортом занимались. Нихуя себе, что спортом занимаются спортплощадки? Ты что, охуели, блядь? Там не никто вообще не занимается, мы первые, ну, да. Последние, наверное. Не, надо было сказать, что я живу тут. Я не знаю, что там происходит. Ты здесь не живешь. Ты где прописан? У себя там? В деревне, блядь. Да, я тоже в деревне, себя у себя в городе прописан, блядь. Просто... Где я могу быть прописан? Что значит каша с ягодами, та орехи? Горихи – это орехи. Гориха. Гориха. Привет, Глюк. Глюкомоли. Глюкомолы. Привет, Марк. Приветик. Да, конечно. Не, а так, а что я хочу? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже заказали. Хорошо. А, ты еще. А скажите, каша с ягодами и орехами, это там на молоке она, да? Не, можно на воде сделать. А можно мне салат? А у вас есть? О, вот, с тигровыми креветками да авокадо. Конечно. И можно еще фреш? Апельсиновый. А можно яблочный? Он дешевле. Апельсин фреш. Ой, апельсин грейпфрут. Апельсин грейпфрут, яблочный. Салат с креветками. Ой, а можно вместо каши с тигровыми креветками и авокадо? Кашу не нужно, салат с креветками. Спасибо. Пожалуйста. А почему у вас ресторан называется «Наживо»? Что это значит? Пивоварня, которая здесь ладу этого. Называлась «Наживо». Собственно, от нее бренд я стал. А, вы адаптировали. Как называется «Наживо»? Я не знаю, как это сказать. Живой. Да. Наживо. Типа римно наживо. Живое. Не знаю, на живое. Я не знаю, на живое. Не знаю. Не на живое. Не, как-то по-другому. Как-то не переводится, может. На живую, живую. Боже мой, вот это мы тупо изучили. Я, наверное, пойду, девчонки. Да. Управляюсь со стримом там где-то. Если что, я угощаю, мне все равно. Ты угощаешь? Конечно. А может быть, я угощу, если я, конечно, смогу обойтись. Или у меня такие хорошие подруги. Бежать не надо, мы остаемся. Нет, дайте я реально угощу. Сейчас мы просто, я просто сами узнала... за себя заплатили. Нет, дайте я реально, я узнала, что я могу оплачивать картой, так что я теперь могу. Блядь, то беги, то Альфонс. Я в России я могла оплачивать украинской картой, так что... Блядь, то... А, мне руку свело. То Альфонс, то, блядь, этот... То беги. Переобувочная какая-то. Шанс? Да, ты никому не угодишь, злой. Согласен, блядь, ну да, сука. Меня так не видно тоже. Этот охранник уебок, блядь.
Не охранников, тут какой-то... Бля, как мне сделать так, чтобы было всех? Надо, чтобы мы все вместе сели. Втроем? Да, да, тут есть... Давайте я посередине сяду просто. Посередине? Да. Ну, давайте я просто посередине сяду, между вами. Давай. Я так редко между девчонками сижу, обычно между членами. Чат, привет. Блин, уеби охранники, только в GTA RP. Так, возьми как-то поставь, чтобы время было видно. Скриньте, ребят. Приходите. Мои девочки. Ой, я так конечно рука. Опускай, опускай, опускай. Опускай. Вижу зал. Ой, боже мой. Жожо. Сиди там, в армалвире там где-то своем. Давай, рассказывай в школе там, как твои дела, брат. Все, мой, давай. Руки у меня есть. Все, отсаживайся. Нет. Нет. Я, честно, так рада, что мы собрались втроём, такое... Я тоже. В 12 утра жду. Встречи. Он мне вчера пишет... Спортом позаниматься. Он мне вчера пишет, 12 часов сможешь? Я говорю, я не могу, у меня тренировка. Ну, надеюсь. Это было в 2 часа ночи. Через полчаса мне пишет тренер, что не будет тренировки. Я такая, спасибо. Ну, типа, как будто... Этот злой... Как будто я ему написал. Да, как будто злой подговорил человека. И прикиньте, если бы я специально не пошла на тренировку. Я... Мы в 12 часов не собрались бы. Зачем ты сказала название ресторана? Так что, они сюда не зайдут? Да, с такой охраной, блядь, удачи, ребята. Да, они сюда не зайдут, что за бред. Бля, я типа разомнялся только, я готов еще позаниматься. Я с ними уже была на тренировке, я ручки и чуть-чуть жопу качала. Я понимаю, как ты говоришь, разница там где-то наша. Но ты сейчас сама себя показала тем, что тебе на самом деле похуй на меня. Если бы я у вас 30 раз, тебе было бы так же похуй. Ты просто берешь и сейчас меня унижаешь тем, что я тебе не хочу покурить, после хорошей тренировки надо айс покурить. Обижается. Ты унижаешь его, Рим? Да не, он сам себе просто. Он приехал 2 раза в Москву и ни разу со мной не встретился. Потому что он сытует. Да, конечно, да, в интернете да. Все мы крутые, да. На стриме. Да, да. Можем одеваться и говорить. А я вот в интернете такой же, как и в жизни. А я, не? Да, я такая же. Мне кажется, я в жизни повспыльчивее, чем в интернете. Хотя нет, я не знаю. Я отличаюсь от Дискорда? Нет? Нет, ну зло, но, понимаешь, когда мы вместе со стримером собрались, ты да, ты такой же, но когда мы там вдвоем что-то обсуждаем, ты вообще не такой, как на стриме. А мне что? Таким ну ты типа ты другой. Какой? Это не такой. Ласковый, милый. Да, извини, чудо. Как она? Ой, а как его на что? А, у нас все. Да, сейчас накормлю девчонок. Думал угостить, но они сами хотят меня угостить. Почему я взял только лимонад? Хуй знает. Мне было взять не лимонад. Зло, мы угостим тебя знаешь как? Писька. Смахуй наш клиток. Знаешь вообще этот прикол с Кизару? В начале песни «Дежавю» или нет? Спасите меня, я взяла с клиток. Слушай, у меня нет, я еду. У меня есть, можешь их направлять ко мне. Твои яйца тебе направляют? Расскажешь. В школе? Спасибо. Дай мне тоже пошло. Я только, вот как я только вставляю, что Айка, чтобы покурить, дай мне тоже. Ты бросаешь курить, все, давай, до свидания. Ну я не брошу тебя, а ты не бросишь Айку. Смотри, делают в стиле Украины, что это такое? Это, кстати, я, Артур. Посмотрите на эти прекрасные лодки. Спасибо. А давайте я вам просто вот так вот заплечу. Заплечу. Косичку вам одну на две, и все. Хочешь нас соединить, как сиамские близнецы? Арина, ты чему учишь? Ты пишешь минус Арина. Арина. Я задумалась. Насчет Джорджа? Да нет. Арина сломал. Джордж отправил вам голосовое сообщение. А сколько Джорджа лет? Можно я ему отправлю голосовое сообщение? Ему 20. Слышишь? Нет, нет, он литр, Данис, ему 16. 16? Арина, ты молодец, зайка, я увидел один момент. Ты молодец, ты себя правильно сейчас достойно ведешь. Я увидел все, ты молодец, не переживай. Прости меня, если я был грубо с тобой. Ну, ты ладно. Все поступила правильно и все сделала красиво, не переживай. И фотографию. Давай. А твой милашка? Жожа, не переживай, на целости, сохранности все проведу, домой уложу спать. Все нормально, братик. Наблюдай, все в порядке, не переживай. Все супер, не трать нервы свои, братан. Найдешь другую, так сказать, цель. Но лучше не найдешь, на Москве.
А ты его ливала? Ой, он тебя ливал или он даже не предлагал, или что? Я ему писала, давай встретимся, он мне типа давай, и в итоге продинамил меня дважды. Это очень важно для тебя. Это да? Ну, блин, я за человеком бегаю и я не пытаюсь с ним пойти на контакт, а он меня просто динамит, и сейчас меня еще выпендривается. Кайф, скилл, привет. У тебя какие? О, привет, Мага. Мага, привет. Ой, Мага такой красивый, да, вообще. Просто. Это просто в модели, мне кажется. Такой очень красивый Мага, я бы ему вообще. Но он очень красивый, реально. Это просто топ внешность. Пиздец, блядь. Злой дамский угодник. Злой, ну посмотри на себя, ты вообще самый лучший человек в мире. Тогда вы... Да? Да. Где лайки под фотками? А ты не ставишь лайки? Да. Чекаем. Чекаем, просто... Подожди, нет, подожди. Дай покурить. У меня лучшая подружка. Да, лучшая подружка. Чекаем. Заходим в Екатерину Новоковскую. Смотрим лайки. Последняя фотка. Ты есть? Нет. Блин, я вообще иногда забываю ставить лайки. Типа, просто я могу посмотреть, но просто не поставить лайк. Если заходим я вспоминаю, к Арине, то, например. Надо. Заходим к Арине. Последняя фотка. Спасибо, злой. Друг. Спасибо, держи в курсе. Друг. Она уедет, а я останусь. Подруга. До свидания. Подруга. До свидания. Ну, подруга моя. До свидания, Зоя. Подруга моя. До свидания, иди гуляй. Моя подруга. Иди гуляй, Зоя. Пожалуйста. Апельсиновый грейпфрутовый. Спасибо. Для вас класс яблочный. Да, спасибо большое. Я не такой. Я не такой, ребят. Все нормально, не переживайте. Мага – это мой кент. Блядь, тренировка прошла успешно, блядь, скажем так. Что он тебе что-то опять пишет? Давай его отошли как мужчину. Давай. Опа, что это касается? Что ли? Когда ручку на девочку кладешь, она ее в руку берешь, чтобы твоя рука ебать сальная, сука, не докасалась. Ебать его! Бархатистого, блядь. Куда ты гонишь, блядь? Алло, другая девушка, у тебя ноль шансов, блядь. Пойми, алло, нахуй, у тебя такие шансы, блядь. Спасибо. Спасибо. Приятного. Спасибо. Братан, в отличие от тебя... Не, неправильно, надо по-другому. Не, надо по-другому, помягче. А то он маленький еще, может быть больше. Он еще маленький, надо немножечко так, знаешь, помягче, чтобы... Надо так, чтобы не ранить душу молодую. Это может быть травма. Зоя. Что? На меня все рануло. Это что, мне облизать? Угу. Нет. Меня встанет. Это к деньгам. Жора, понимаешь? Кто? Все твои суждения. Жора. Жорик. Просто Жорик я называю. Кстати, Жорик. В отличие от тебя, я вот, понимаешь, Сергей, могу в жизни приобнять, вообще прогуляться. Тебе остается только максимум это целовать монитор и наблюдать за нашими прекрасными похождениями. Братик, не расстраивайся, понимаешь? Я же только тебе лучшего хочу. Понимаешь? Только лучшего. Не злись так. Вот так позитивно, добро его разъебал. Жорик. Да? Авокадо очень вкусный. Жорик. Да, дать мне авокадо? Дать мне просто без авокадо, можно? Да. Поебал? ГТРП. Снести нахуй ГТРП. Спасибо, чат. Авокадо вообще на вкус как тратика. Это нахуй. Полная хуйня, блядь. А что нам салфетки не дали? Потому что... Не знаю. Не знаю, почему не дали салфетки. А где Катрин, блядь? Мне интересно, понимаешь? Типа, ему мы скоро уже будем идти домой, блядь, его еще нету. Что такое? Злой все использовал? Злой, у тебя... Сайт. Что? Приятного аппетита, кстати, девчонки. Спасибо. А почему ты мне дала ебаное авокадо, а не креветку? Ну, уже креветки три всего лишь, авокадо много. Еще ну, надо на. Покрыть мясо. На, уже на. Мясо. Нет? Это последняя креветка злого. Ну как мне ее прям? Там хвостики сосать.
Мне нужно заботиться. Спасибо. Я не голоден, мне я... Мне нужна салфетка. Мне тоже. Сзади тебя. Когда я спрашиваю, ты мне не говоришь. Когда Арина сказала... Я только спрашиваю, что заметил просто. Блядь, что ты меня игноришь по КД? Только... А ты знаешь, как муж и жена уже 10 лет живут, и мужу похуй на жену? Нет, это так же. Я только заметил. Когда появляется любовница, он трется возле нее. Ты моя подруга. Злой, иди-ка ты пень. Пень. Вы заметили, ну, чат, вы реально заметили, я два раза сказала, что где салфетки. Я только заметил салфетки сам. Если пень будет сзади тебя расти, давай. Я пойду. А можно мне салфетки? Пошел в пень. Девчонки. Ну, какие девчонки. Классно общаемся с подругами. Классно. Ревнует. Ты ревнуешь? Я не ревную, я просто хочу такое же хотя бы отношение, как Арине. Я только заметил салфетки. До свидания. Ты не, меня не слышишь. У меня в зубах еще затянуло. Давай я достану лично. Ты уже зубочистки. Потрогал зубочистки своими грязными руками. Давай я зубочистками тебе зубах поковыряю. Не хочу. Своей зубочисткой, сейчас помоги. У тебя там такая маленькая, что я даже ничего не почувствую. Зло. Я не забываю, что я видела твой член через полотенце. Через полотенце. Микрочлен. Трехслойное, блядь. Микрочлен. Вкусно? Не забывай. Очень. Хочешь еще? Нет, спасибо. Ты ревнуешь? Еще ревнуешь? Подруга. Да, не надо, ремонт это похоже. Урыва. Нет. Нормально. Я еще улыбался. Так, а губки накрасить? Кто забыл? Дай покурить. На. Смотри, опять просит курить. Да что ты такое? Моя подруга. Мне не жалко. Ты моя тоже подруга. Ну и да. Что да? Что нет? Ты сегодня купила новую себе помадку. Это не злого френдзонят, это злой всех френдзонят, блядь. Зло, ты достойно лучше, чем мы. Не, ну я бы мог ей остановиться уже. Давай, Зло. Что такое? Заблокировать. Ты его заблокировала? Да, он офигевший просто уже, да? А что, он что-то нагрубил край. Тебе? Все. Он нагрубил тебе? Да. Может, это мне адресовалось? Все. Все? Ой, Жора, вот так, блядь, просто, простым взмахом ладони, вся твоя судьба оборвалась только что в прямом эфире. Это будет в истории. И я надеюсь, ты через лет 10 пересмотришь этот момент и сделаешь с него какие-то выводы. С него. Модеры банти челика, которые пишут слова. Дай покурить, ты что забрала у которые меня? Запрещены. Что ты меня забрала? Я уже 5 штук видела жестких. Главное, что ты их не прочитала. Да, я сейчас возьму и прочитаю. Дай, я же не стримишь, я покурить. Просто прикол дай такой. Сам бьет. Ну, смотри. Не, спасибо большое. После спорта, после спорта корнелись. После спорта Айкос курить бы тоже, ну, в принципе. Понятно. Понятно. Я перезаплатила. Ты так быстро на него обиду про... Это самое. Мне жалко, жалко. А что, он плачет? Ну, я просто его люблю, но любовь не взаимна, поэтому не могу долго обижаться. Я тоже долго не обижаюсь, кстати. Не обижаюсь. Я тоже вообще не обижаюсь, просто делаю выводы. То есть тебя никто не обижает, злой. А как разблокировать? А невозможно, кстати. В черный список заходишь. Ну, нажимаешь на него и разблокирую. А у него... А. Я думал, ты его хочешь проучить. Он еще маленький, глупый. Я готова прощать. Little и терпеть. Famous. Да, терпила. Понимаю. Понимаю, типа. Понимаю. У меня вот так жестко не было, чтобы меня в инсте блокировали.
Ого, вот это жесть. Это очень жестко. Но надо следить за человеком постоянно, смотреть его фотки, а он у тебя блокирует просто. Ого. Ничего жестче я не видела. Людей, которых избивают за какую-то херню, это вообще хуйня, да? Осуждаю. Не, ну блокируют, это пиздец. Но блокируют в Инстаграме? Пиздец. Я в шоке. Что? Вадим, что? И Вадя тут тоже уже свои 5 копеек всовывает. Ты в ВК не читала сообщения? Он написал. Не, ну от Вади вообще бы сообщения не читал. С иглы. Ну да, такое пишет. Мне сегодня утром написал классные сообщения. Я на них не дам ответ, как бы. Потому что... Сами понимаете. Как я отсюда уеду, вы скажите? Можете меня хейтить, можете меня обижать, оскорблять, я не знаю, как-то просто что-то сделать, чтобы я отсюда уехала. В смысле? В смысле? Почему вы такие охуенные и хорошо ко мне относитесь? Почему? Ну все хорошо, а завтра купите билет, все, давай уезжай. Все, спасибо. Нет. Да. Вот только мой друг. Мы тебя никуда не отпустим. Что тебя ждет в Москве? Джоша, который постоянно плачет, да ничто, и не зовет тебя гулять? Не знаю. Собака твоя. Собака. Собака. И все, да. Все, ладно, не будем о грустном. Просто грустно. А где Винсук? Что? Винсук. Ну, а гуляет где-то? Да. Понимаете? А вы говорили, блядь. А, он тебя заблокировал, тебя. Не, ну конечно, блокирует, только мне кажется, это по-девчачьи как-то. Mm-hmm. Да, это по-девчачьи. Я-то убрала его исчез потом. Так он тебя релиз заблокировал? Ну, бля, ну это типа не мужской поступок. Это обиженный такой. Да. Ну он ребенок. Ничего оригинального не смог придумать. Мы можем списать на то, что он маленький еще, мальчик. Mm-hmm. Донаты не видно, потому что их нету, блядь. Ну вы кидайте, я завтра прочитаю. Или послезавтра. Да, я поела. Все, можно расплачиваться. Ты поела, Михаил? Да. Охуеть, а где Артур? Я поела. Как? Да. Ну час прошел, кстати. Может, пробки нет? Позвоню ему. Блять, так выгнали нас, даже не позанимались толком. А что ты ему не ответку не дал, тупо как можно побегать с ним? Кто, я? А что ну, я ему кто, скажу? Что, нет, я тут живу, блядь, что ли? Ну, что ну, за, что блядь, врыв? Ты ему сказаешь, он так не базарил, кучерял. Что ты, въебывал столько на меня, может, да? Я на тебя не въебываюсь. Потому что я Славой Колжин. Бля, я просто так, таким типам, понимаешь, не... Алло. Ты где? Ты приедешь? А, давай, жду. Давай. Понимаешь, в чем прикол? У меня, ну, типа, вот ты еще бесилась буквально еще минут 30-40. Я не бесилась, причем вот, меня это вообще меня такие не бесило. Типы вообще, типа, они как просто воздух, вот так. Не, они я там знаю, что-то пиздят, но они никак, понимаешь? Меня это никак не задевает. Меня это никак не задевает. Просто я человек, который не будет молчать. Я всегда взаимно. Я Овен, блин, я не могу вот так вот схавать. Так же он такого сказал, что надо схавать. Ну он оборзевший, ну вот Арина говорила тоже, что он слишком кучерявый, да, не разговаривает. Если ты... Можно было по-нормальному да. сказать, а не блядь, сука, да. Я Овен по гороскопу, я верю в гороскопы. А я скорпиону свой хвост сосу, блядь. Да. Я не люблю, кстати, скорпионов, но мы с тобой вообще никогда не ссорились. Не, просто из-за тебе этого. Не очну, то, что ты там охранник какой-то, и то, что мы там что-то нарушили, тебе не дают права так хуёво, ужасно общаться с людьми. За то, что они ничего такого не делали. Занимались спортом, блядь, спортом. Ну, можно было реально по-нормальному сказать, а не выпендриваться, что-то непонятное. А в Москве такого нет? Все, приезжаю в Москву. В Москве мы классно раз... В Москве, не выгоняют. Ездили в 4 утра, нас везло такси, нас милиция остановила, и мы стояли... Помнишь, мы тогда стояли после Харклея, мы виделись? Помнишь? Нас полиция остановила? Да, мы с Москва-Сити ехали. Ты была с нами тогда? Нет, тебя не было. Нет, я помню, как было. Айфон челики возвращали таксисту. Блядь, вот тот айфон это вот пиздец. Вот это да, я помню. Тот айфон это... Не, да, у меня в Москве и в Питере все хорошо, как идея. Тот айфон это ужас полный, блядь.
И я никогда не стояла в пробке. Что ты прячешься, пенсионер, еб... Пенсионер. Парочка. Кто бы мог подумать? Смотрите, в спортивных костюмах. О, идет. Уже человек говорит про знак зодиака. Мне больше всего лучше общаться с близнецами и со стрельцами. Это вообще любовь. Вставай давай. Вставай давай. Вставай давай. Ну, я тоже встану. Поздоровалась. А я не встану. Вы... Привет. Привет, Том. Как? Нас выгнали из спортплощадки. Извольте, пила схавал. Кто схавал? О, не могу как бы. Кто схавал нахуй? Ебать, кто сайка сам, типа. Я. Слава богу, потому что если ты не покажешь. Дед, дай силу. Прикольно. Что, не надо было ему ебальник набить там? Да не нужно было никому бить ебало, при чем здесь? Есть слова. Нет, потому что до этого бы дошло, поверь мне. Это было не бить ебало. Кому? Кто? Я очень, сильно быстро завожусь, я бы мог ему разъебать. Кто? Это кто, охранник? Ты так не базарь, потому что я сейчас могу к нему вернуться домой. Смотри, он уже это, он уже... Мне это раздражает. А кто? Кто? Я скажу. Не, меня это, в смысле, схавал как терпило, блядь. Я тебе говорю, ты так не говори, потому что я сейчас вернусь к нему. Я просто вот не люблю скорпионы, злиться. Вот это скорпионы, просто я не я не люблю злиться просто. Скорпион. Поверь, я не люблю злиться. А кто выгнал вас, не понял? Короче, чел к нам подошел с охранником, охранник-то молчал. Он показал какую-то хуйнюшку красную, типа... И что? И начал... Ну, он бы мог нормально сказать, здравствуйте, извините, но здесь могут заниматься только жильцы дома. Или комплекса. Кто сказал? Подожди такое? Секунду. Бля. Вот, и он не так сказал. Он тупо начал такой, а вы знаете, здесь нельзя заниматься. Я говорю, почему? Это типа, как он сказал, это тайна, короче, это тайна. Ничего. Я говорю, потому что что? Потому что мы не купили здесь квартиру. Вы что, охуели? Ты схавал? Блядь, вы что, рофлите? Мы не купили здесь квартиру, говорит, да. Я говорю, а что, мы типа как-то выглядим типа по-нищебродски? Я не делала вам такого замечания. Какого хуя ты имеешь право делать мне замечание, что я как-то выгляжу? Я спросила вообще-то. Ну, в общем. Не, зло нормально отреагировало. Я просто не люблю... Блин, хавать, можно так сказать. У меня характер такой конченый. Я всегда что-то скажу. Она не любит проебаться. Жесть. Да, да, типа такого. Короче, вас поимели только что. Блядь, давай не пизди нахуй. Мне так вот это не нравится. Вот это базар после этого, да, блядь. Мне это больше всего раздражает. Что такое, старик? Ну все, их поимели, все вообще нормально. Говорит, я вас проведу. Просто, блядь, понимаете, вот так вот. Начал смотреть, не, или нихуя. Мы сюда идем. Короче, так, значит, надо пойдем. вытереть, без смазочки в попочку, блядь, поимели. Это говорит камик, который лизал очко, понимаете? Что? Я говорю, говорит, это камик, который лизал очко. В смысле лизал? Ты что, дурак, блядь? Да, хорошо, бро. Спасибо. Сигаретами воняешь просто. Ну, буду снимать, как ты куришь. И что, вы сделали хотя бы что-то? Ты снимаешь фонталку или что? Я что-то там сделали, разминулся. Я понял, что вы сделали, Арина. Я понял, что вы сделали. Пофоткались. Чат, Артур. Пусть это... Ребят, до воскресенья. Вот эта хуйня до воскресенья. Принимайте, так сказать, челлендж. Челлендж в то, что, ну, типа... А, короче, типы кидают, кидают курить втроем. Бетон. Рома, Злой и Дед. С понедельника. Так что Мы вы можете... Уже... А, и они еще на полмиллиона стримят. Ой, не стримят, а забиваются. Да. Если вы увидите Деда с сигаретой, то он проебал кстати, полмиллиона со следующей. Миллиона рублей. Я даже адрес вам скину его, и вы можете тоже участвовать да? вместе с ними. Если кто-то нет, курит и заебался. Я даже за себя. Дайте с нами, типы. Кто курит с вас? А через что ты стримишь, Злой? Да, это стримлапс такой? Ты что, такой охуенный? Побрился? Да. Да, я всегда, ну, типа... F5.